Я спилил яблоню. Вот, минус одно дерево. Плюс одна звездочка. Да. Все утро вот так пилил. Пилил. Потом вот так вот пилил. И спилил. Шутка. Нашли бензопилу, заправили. Первый раз в жизни поработал бензопилой. Спилил, черт знает как. Даже таз теперь не поставить на это место. Оторвал, эта, которая болталась. Да? Да. Она совсем трухлявая. Да. Пилы течь, поэтому бензина в ней нету. Ты впервые бензопилу держишь? Ну, держу я, может, не впервые, но что-то делаюсь не впервые. Пахнет бензином. Очень сильно. А я там работаю на природе. Где-то там. В области. В области? В области. Когда последний раз сюда прилетал, пешком херачил отсюда до Адлера, до вокзала. Кошмар. Сюда, сюда мы приехали. Вот 58-й, вот там. Поехали на очень. Остановка. Филиал санатория «Аврора». Короче, мы пробежали, Маша пробежала московский марафон десяточку, подготовилась к двадцаточке. И марафон отменили. И мы марафон Сочи отменили, но мы все равно приехали. Это она значит... будет бежать завтра. В общем, я сделала практически нереальное, я еще не уверена, сделала ли. Я поставила себе цель подготовиться к полумарафону на 21 километр за месяц. Посмотрим, что получится из этого. Узнаем завтра. Откуда? Несмотря на то, что марафон отменили, я все равно решила его пробежать. Ребята-организаторы устроили спортивные выходные и предлагают пробежать там от 5-10 километров. Но я решила, раз уж подготовилась, побегу 21 километр. Пока. В общем, мы получили стартовый пакет, настроение улучшилось сразу же. Сообразили, ребята очень приветливые. Что происходит там? Там какой-то движ происходит, неясно. Ты довольна? Ну, я довольна, мы устали, даже поссориться успели. Да? Нет, мы с тобой никогда не ссоримся. Смотри, давай. Смотрите, нам выдали пакет, на самом деле очень круто, я вообще обожаю такие ништячки. Тут это спонсоры. На самом деле, беднее, чем на московском. Беднее, чем на московском, но, ребят, ништяки получать всегда приятно. Что нам дали? Ну, футболочка классическая, в которой я завтра побегу, попотею в ней. Вот такая. Эска. Ну, думаю, что, двадцаточку осилим? Ася красивая, да, осилим? По материалу... Не знаю, синтетика какая-то. Мои спонсоры на ней. Мои спонсоры на ней. Она яркая, и что, прикольно. Пропотею, пропитается потом победителя. Эсочка, Люкойль. Чтобы Люкойл понимали. Люкойл меня спонсирует. Что еще дали? Ну как по стандарту? А, ребята, по стандарту углеводы. На московском давали байцы, но, в принципе, тут орешки нормальная штука идет. Вот это вот бам-бам-бам-бам. Знаете, что это? Это диаспорал. Водорастворимая форма цитрата магния с витамином В2. Значит, способствует выработке большего количества энергии, повышает выносливость организма, увеличивает эффективность. Ключеёк.
особый бонус донбайский чай, от которого я, наверное, бы сейчас пробил днище. Я такой не пробовала еще, ну, блин, я не знаю, можно их с гелями мешать, ну, этими углеводами? Чай точно не стоит. А, еще, а что еще дали? Ну, скидку какую-то дали, два сахара. И самое приятное, что я прям вообще взорвалась, я поучаствовала в этом вот колесе фортуны, и моя счастливая ручка вытащила, знаете что, носочки от спонсора, и мне очень они укатили, вообще кайфовые. Очень люблю носочки, мои серванные, потому что, ну что, погнали хостел смотреть. Что это за чуть? Я не знаю, а мне нравится вот это все. Прикольно, вот это прикольно, кстати. Вот это все южные города, в общем-то. Ну нет, это вообще помойка, но здесь ничего не выглядит еще. Здесь просто иначе просто ублюдская стена какая-то унылая. Короче, я эти два дня пахал как проклятый. Позавчера я под вечер к 12 ночи сорвался в дальний город. Мне нужно было взять запчасти для автомобиля. После этого, перед этим мне нужно было еще заскочить в Леруа, чтобы купить грунтовку аэрозольную. Все успел. В 12 ночи, даже нет, в час стартанул из этого города в другой город, чтобы провести там время и сделать тачку. И после этого, еще через ночь, мы там что только не делали, мы как всегда делами занимались. А кто-то в это время активно... А кто-то в это время фоточки обрабатывал. Два дня сидела, ребята. Потому что нехрена обещать всем подряд, что ты все в один день всем выдашь. А я не обещала, я просто работаю в режиме многозадачности, чтобы люди понимали, что я сказала, я сделала. Я сказала, я сдам работу, я сдала. В каком-то из логов я рассказывала про то, что эвкалипт так расширяется и так впитывает воду, что кора лопается. Вот она вся висит на нем. Наконец-то мы добрались до эвкалипта. Вон там лоскуты прям коры. И она, кстати, горит очень приятно, вкусно пахнет, полезный такой аромат, прикольный. Палки-вонялки натуральные. Листья тоже эвкалипта прикольно пахнут. Посмотрим, вот мы бежим сегодня в Сочи. На фоне моря пошли. Сейчас какой-нибудь в Сочи. Я побегу 21 километр, к которому я готовилась целый месяц. Это катастрофически маленький интервал для подготовки. Но посмотрим, что из этого выйдет. Мы накупили углеводных гелей. Посмотрим, как они себя покажут и покажут ли вообще. Вот. Так, погода достаточно пасмурная, но пока фу-фу, нет дождя. Бегунов немного, несмотря на то, что марафон отменили, бегунов вообще не так уж много. И пускают такими кластерами небольшими со спортсменами по каждые полчаса. Вот. Я волнуюсь немного, но мы здесь, и это уже классно. Мне кажется, там есть люди, которые типа пятерочку пробежали, потом прошли десяточку, бегут. Возможно. Бегут на небольшие расстояния, 5, 8 и 10, но при желании можно пробежать и 21, и 42. Я подумала, что 10, ну как-то уже несерьезно, уже все-таки готовились. Всегда все идет не по плану, как бы ты тщательно не готовился, к чему бы ты не готовился, все идет не по плану. Но, наверное, важно не психовать, сохранить какое-то спокойствие. И такое поднять себе настроение самому. Никто, кроме тебя самого, тебе не сделает этот день, не сделает погоды. Поэтому даже несмотря на какие-то косячки, там, не знаю, в подготовке, в моей подготовке, в том, что случилось вчера, сегодня, я все равно настраиваюсь на хорошее, и я смогу пробежать. 21 – это хорошо, это уже полумарафон, это уже какой-то показатель. Надеюсь, мой организм ведет себя достойно. Я попитала свою машину и готова рубить. Готова бежать! Молодцы! Ну что, давайте начинать обратный отсчет. 200!